Металлургический кластер в Балаковском районе развивается очень активно. Ежегодно на МЗ Балакова увеличивается число сотрудников, а впереди расширение производства, и это новые рабочие места. Перспективы намечаются очень грандиозные, и вот эта стабильность, она воодушевляет, и хочется развиваться, развивать вас, потому что тот опыт, который есть сейчас на нашем предприятии у персонала опытного, нам, к сожалению, пока передать некому. Поэтому очень ждем вас. На металлургическом заводе появятся новые направления, которые потребуют привлечения большого количества специалистов совершенно разных специальностей. Поэтому в ходе круглого стола в Балаковском политехническом техникуме студентов не только пригласили на практику на завод, но и рассказали о том, что эта практика будет оплачиваться. Каждый молодой человек, который приходит сначала учиться в техникум, высшее учебное заведение, в колледж, приходя к нам на практику, получая зарплату на оплачиваемой практике, получая те знания, которые мы имеем у себя, тот опыт, который мы имеем, мы готовы им делиться, давать его для того, чтобы в будущем, окончив обучение, вы стали частью нашего коллектива. Студенты узнали, что на предприятии очень грамотно составлен коллективный договор, где прописаны все меры поддержки работников. Также на заводе активно работает профсоюз, который нацелен на то, чтобы сотрудники чувствовали заботу со стороны руководства. Работники могут получить путевки на поездки по разным городам страны, средства при рождении ребенка и многое другое. Здесь поощряют стремление вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и развиваться культурно. Сами студенты уже решили, что металлургическому заводу можно доверить свое будущее. Работа привлекает льготами. В целом меня предприятие устраивает для дальнейшего развития. Расширение предприятия и увеличение рабочих мест положительно сказывается и на развитии всего Балаковского района. Реализация новых инвестиционных проектов позволяет создавать дополнительные рабочие места, увеличивать дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, что способствует развитию инфраструктуры района и укрепляет его экономический потенциал. По статистике, прозвучавшей на круглом столе, среди безработных Балакова, которые состоят на учете в центре занятости, только 20% – это представители рабочих специальностей. Обычно они недолго пребывают в этом статусе, поскольку очень востребованы, и многие из них выбирают именно металлургическую отрасль как одну из самых перспективных.